Написано и убежит, и мы должны охранять себя. И сегодня жестко, да? Я буду тоже, наверное, что-то тоже так захотелось, очень жестко такое. И я вспомнил один момент, произошедший тут на днях. Мы выложили видео, которое было записано в последнем собрании, где я рассказал про то, как вот у нас родилось видение, что мы хотим делать, что мы реабилитационный центр открыли, и вот мы там за ребят помолились, выложили вот это видео. И знаете, да, что такое YouTube? Там есть палец вверх и есть палец вниз. И вот первый палец вниз появился на этом видео. Поэтому я этому человеку хочу привет передать лично за твою смелость такую вот поставить палец вниз. Это очень сильный поступок такой. Потому что, ну, на самом деле, да, демократия хорошо. Это не то, чтобы мы против того, чтобы нас критиковали, или мы как бы вот хотим, чтобы нас только хвалили. Вот была возможность на Ютубе, мы отключили комментарии на Ютубе специально, чтобы вот, ну не надо нам, зачем вот там, кто-то, ой, слава Богу за вас, ребята, да, кто-то напишет еще что-то, ну зачем вот это вот вообще заниматься вот этим всем. Поэтому если бы возможно было отключить эти пальцы вверх или пальцы вниз, я бы отключил, потому что, ну, но это невозможно. Почему я это говорю? Потому что, ну, мы это для другого делаем, на самом деле. У нас есть своя аудитория, у нас есть люди, которым мы хотим служить, у нас есть люди, которым мы хотим вдохновлять, показывать пример того, что происходит, того, как нас Бог ведет, и мы это делаем не для шоу, для того, чтобы нас хвалили, не хвалили. Потому что вот это, на самом деле, это пальцы вверх-вниз, это такая тоже замануха, так сказать, да, потому что я даже сам, да, просматриваю, когда сколько там просмотров, мне тоже хочется посмотреть, сколько же там пальцев вверх там в моей проповеди стало, да, но я сам понимаю, что это, ну, не та цель совершенно, которую я преследую, но есть вот это вот человеческое, поэтому это опять к тому, что вот сказал Сергей в последнем стихе, не давайте место дьяволу, поэтому я бы хотел спросить, вот что движет иногда людьми, которые вот тоже так вот поступают, да, ну, можешь делать, делай сам, да, но зачем вот где-то там у себя в комнате, да, нажимать вот этот палец вниз, это что ты хочешь сказать этим? Ну, позвони, пообщайся со мной, мой телефон везде есть, или с кем-то из ребят выйди, объясни, что ты видишь, как ты видишь, если ты переживаешь за нас. Если ты не переживаешь за нас, отключись ты от нашего канала, зачем ты вообще нас смотришь и нас слушаешь? Поэтому мы чувствуем и видим, что мы делаем дело Божье. Я почему это все это хотел засвидетельствовать именно сейчас, потому что мы получили огромнейшее подтверждение вчера того, что действительно вот Бог, Он живой, такой живой, как представить себе нельзя. Не видел того глаз, не слышал уха, что Он приготовил, как Он движется вообще. У нас уже, можно сказать, в центре кровати не хватает. Мы только открылись, я уже думаю, где бы еще взять. Потому что вот у нас уже там есть парень на реабилитации, еще один должен приехать. И на днях тоже мне позвонил мой пастор и говорит, вот его по интернету нашли такая ситуация, семья, беженцы из Горловки, украинцы, которые там
вывезены были, да, эвакуированы, попали под распределение, попали в очень плохое место, попали в рабство практически, где нужно было просто с 6 утра до 12 ночи работать на поле. Денег никаких не платили, кормили только тебя там на поле, а жена у него слепая, которая вынуждена была просто каждый вечер дожидаться, пока муж принесет ей покушать. Я не знаю, насколько там эта история вся действительно вот такая, да, но сам факт, что действительно там вот для меня явился факт, то, что вот мы только что-то сделали, да, для того, чтобы вот создали, куда можно принять людей, и люди уже просто вот стучатся сами, потому что просто есть нужда, и у нас тоже такое видение, что это не только реабилитационный центр, действительно, это адаптационный центр, центр как бы вот на какое-то короткое время для того, чтобы люди могли просто излечить сердце, или вот даже принять на время таких людей, чтобы как-то помочь им решить ихнюю ситуацию. Мы тоже поговорили между собой и говорим, ну вроде у нас ничего не сделано для таких людей, вроде это не наше направление, мы вроде не можем, но мы тоже поняли, что ну раз вот так это происходит, мы не можем отказать, мы должны как-то отреагировать. И ладно, опять Бог делает все так быстро, что мы с ним вроде договорились, с этим мужчиной, я с ним созвонился, что мы его заберем в понедельник. И вчера я приехал в центр, и мы там сидим, и с ребятами уже, я вроде собрался с ними там переночевать, но я чувствую, у меня вот какая-то движуха внутри, что я не могу здесь уже сидеть, именно из-за того, что я не привык в таком темпе просто сидеть, мне нужно уже как-то что-то делать. И я вот думаю, как я тут сейчас буду просто страдать. И звонит этот человек, и говорит, а ты не можешь нас сегодня забрать, нас уже тут выгоняют, короче, мы тут никому не нужны. Я говорю, нет, ну у нас еще не готово, давай в понедельник, потому что в воскресенье я тоже не могу, все, я ему вроде отказал, потом лежу, и у меня опять вот это вот движение внутри, нет, я думаю, ну, слушай, давай сегодня съездим, вроде время есть, и я тут лежать не могу, уже как бы движуха такая внутри меня идет, давай придумаем им какие-то кровати, сейчас там затопим им, мы это делаем, действительно придумываем, все находится, все, мы за ними с Юрой поехали, погода ужасная, снег повалил, темно, сыро, ехать 100 километров, дороги незнакомые, но опять противники, да, противостояние. Я когда такое происходит, я чувствую вызов, значит правильно едем, значит именно сейчас и надо ехать. И что вы думаете? А до этого и мы едем, с Юрой тоже разговариваем, и мы говорим, ну действительно, вот чтобы вот в центре, ну как бы вот люди, которые сейчас там находятся, уже им нужны ребята новые, для того, чтобы вот они в центре не только ради себя находились, да, но чтобы вот уже тоже чувствовать за кого-то ответственность и помогать. Вот только мы вот об этом разговариваем. И вот едем, какой-то перекресток, поворачиваю, осветил, и просто голосует парень на дороге. Знаете, вот они там, где вот эти деревни, в основном они там любят иногда просто вот добираться так, голосуют и просто вот едете туда, ну подвезите вроде меня на деревню. Ну я как на автомате прям раз сразу на тормоз, я даже сам не понял, как это произошло, отреагировал совершенно бездумно. Сажаем этого парня, Юра ему сразу говорит, что употребляешь? Там все ясно, человек употребляет. И мы разговаривали с этим человеком, и действительно этот человек оказался, как мы любим сказать в кавычках, король нужды. Такой... что он уже употребляет наркотики много лет и тут пытался бросить, и сейчас просто работает у цыган за дозу. Каждый день едет просто за дозу, работает у цыган, и у него просто вот замкнутый круг, он не знает, как из него выбраться. И мы говорим, ты представляешь, мы ему говорим, а мы вот как раз те, которые вот нуждаются в таких, как ты, а ты нуждаешься в таких, как мы. Он тоже, мы с Юрой едем, мы в шоке, мы довезли его до дома, он говорит, все, дайте мне ваш телефон, а когда можно приехать? Я говорю, ну, все в понедельник, и мы тебя заберете? Я говорю, да, приедем, тебя заберем, он в шоке. И мы едем, он ничего себе, как вас, он нам сам говорит, мы ему не говорим, что мы христиане, он нам сам говорит, ничего себе вас Бог ко мне послал.
И мы в шоке вообще просто. Вот как вещи у Бога, они просто взаимосвязаны. Ты делаешь одно, открываешь двери, тебе приходят одни люди, мы сомневаемся, брать этих людей, не брать, но когда мы по дороге находим такого парня из какой-то Сосновки, да, который бы никогда в своей жизни не узнал про нас вообще, может быть, да, про наш центр там, да, потому что мы пока еще не знаем, как добраться. Оказывается, у него там и брат тоже наркоман такой же. Мы говорим, ну, брат, попозже, когда ты вперед пойдешь. Он говорит, да, я понимаю, все. Но дело не в этом, мы еще не знаем, да, как все получится, да, сможем мы ему помочь, это проблема такая серьезная, но сам факт, то, что вот мы только двинулись, мы только сделали несколько шагов, а здесь уже как бы все очевидно. Поэтому я еще раз хочу вот этому человеку, который вот палец вниз поставил, еще раз привет передать. И просто вот еще раз сказать тем людям, чтобы мы не для шоу это все делаем, и мы, некоторые говорят, вот вы в YouTube, зачем вы лезете в YouTube? Ну, мы не лезем в YouTube, потому что у нас есть своя аудитория просто по всей стране, и все. Мы это делаем не для того, чтобы прославиться как-то. Мы это делаем, то, что нас иногда тоже в этом, вот как Сергей этот говорил, там обвиняют, вы хотите вот за счет кого-то, какой-то славы там и так далее. Ну, зачем с... Конечно же, наверное, в человеческом сердце есть какие-то амбиции всегда, когда даже ты выходишь проповедовать, иногда и проповеднику трудно с этим справиться, избавиться там, да, но мы действительно христиане, которые просто вот движимы состраданием и желанием что-то действительно по-настоящему реально делать и вдохновлять людей. И своим примером, и показать, что мы способны не просто ходить в церковь, да, и говорить, что, ну, самое главное – это спасение, и мне пойти на небо. На самом деле, самое главное – это строить Царство Божье здесь. Понимаете? Потому что Бог нас для этого сюда поставил, Бог для этого нас спас, для того, чтобы мы использовали все свои ресурсы, все свои дары, все свои способности, для того, чтобы вот просто ходить с Богом и ходить туда, куда Бог нас посылает. Аминь? Аминь. И... чудеса не перестают происходить. Еще одно чудо происходило, но потом расскажу не все сразу. Поэтому давайте мы помолимся просто еще раз и закончим уже собрание. Также по поводу вот реп-центра, что мы начали. Есть нужда. Это не то, чтобы надо броситься сейчас вот и все сразу тащить, но есть нужда в продуктах, есть нужда в какой-то мебели старой, все нужно. Есть нужда в посуде, в различных бытовых таких вещах. Поэтому есть желание, вспоминайте, вы можете с собой принести на служение килограмм сахара, или килограмм гречки, или тушенку и так далее, потому что мы еще только все начинаем, и нам все нужно, у нас еще все не отстроено, и так далее. Аминь. Спасибо.